Федеральный кабинет министров принял новое постановление о безопасности труда, которое войдет в силу 1 октября и будет действовать до 7 апреля 2023 года. В соответствии с постановлением, работодатели больше не обязаны проводить тесты на коронавирус и обеспечивать сотрудникам возможность работать из дома. Студенты в Германии снова рискуют остаться без занятий. Федеральные земли склоняются к тому, чтобы закрыть университеты в случае острого дефицита газа. Правительство многих федеральных земель требует от своих университетов строгой экономии энергии. Так, в университете Гёте во Франкфурте подумывают о том, чтобы закрыть все здания на несколько дней или недель. А вузы Гамбурга, Саксонии, Анхальт, Саара, Баден-Вюртемберга рассматривают сценарии продления каникул на Рождество. К другим темам. В Германии выбрали самый велосипедный город страны. Это Бремен. Специалисты говорят, что Бремен лучше других позволяет комфортно доехать на велосипеде до места назначения из-за своего ровного ландшафта. Часто поездка на велосипеде занимает даже меньше времени, чем на автомобиле. В Бремене также реализуют уникальные проекты для развития велосипедного движения. Например, открыли целый квартал для велосипедистов. И о здоровье. Медики назвали продукты, продлевающие молодость кожи. Прежде всего, специалисты рекомендуют обратить внимание на хорошо усваиваемые белки. Это белок яйца, молочные белки, рыба, курица, индейка, кролик. Не менее важно употреблять ягоды и зеленые листья салата, так как они нормализуют работу капилляров.